Привет, дорогие любители футбола, дорогие ценители не только российского, но и зарубежного, скажем так, футбольного продукта. Меня зовут Егор Дергачев, рад приветствовать каждого из вас в своем видеоблоге. Продолжаем с вами давать прогнозы не только на нашу родную российскую футбольную премьер-лигу, но и на зарубежные турниры. Сегодня речь у нас пойдет про чемпионат Франции. ПСЖ, который допустил одну из редких осечек в предыдущем туре в Марселе на выезде, команда Унай Эмери не смогла разделаться с Олимпиком из Марселя. Более того, не то чтобы разделаться, обыграть даже Олимпик Неймар и компания не смогли. Неймар удалился в конце матча, ну а парижане сыграли в ничью на выезде 2-2. Сейчас же Париж у себя дома будет играть против Ниццы. Чего ждать от этого матча? Ну, мне кажется, что, во-первых, даже без Неймара или Неймара, называйте его как хотите, у парижан огромнейший запас перед сегодняшним соперником. Да и посмотрите последние матчи Ниццы. Команда намного чаще проигрывает, чем выигрывает, а тут игра в Париже, тут парижане, которые, безусловно, должны быть разозлены осечкой и которые должны выместить, как мне кажется, весь свой атакующий потенциал, всю свою атакующую мощь на Ницце. Так что я ожидаю уверенной победы ПСЖ в разнице более чем в 2 мяча. Такую ставку я вам и предлагаю. Фора на первую команду в 2 мяча, коэффициент 1.81. Мне кажется, это очень-очень неплохая ставка. И если вы со мной согласны, то не скупитесь, поставьте лайк к этому видео и подпишитесь на мой канал. Также обязательно в комментариях пишите свои варианты ставок на матч ПСЖ-Ницца. И, конечно же, дорогие друзья, буду рад видеть каждого из вас в своей группе ВКонтакте и у себя в друзьях ВКонтакте. Ссылочки на обе эти странички вы найдете в описании под этим роликом. The farmer takes the wife. Hi ho, the dairy-o, the farmer.